закончен сон. Янтарь становится простым стеклом. Казался смелым обычный трус, а рыбка яркая в душе медуза. Искажение любви, искажение, искажение судьбы, искажение в отражениях кривых. Поскорее. Советская 34. Трое, Дуня! Боже мой, поскорее, пожалуйста. У меня сейчас все окна повысаживает. Иди, скотина! Старый, открывайся! Кто это, сосед наш Рындин? Да, опять, опять, спасибо. Мы ждем. Слышь, открывай, старый! Вот ты посмотри. Ксения Владимировна, вас ждет отец. Оу, подожди меня чуть-чуть, ладно? Быстрее надо шевелиться. Ну и что ты тут делаешь, папа? Мне что, тебя дома забирать? А в чем, собственно, дело? После вашего обручения с Вадимом ты что мне обещал? Что будешь вести себя достойно и оставишь всех этих кобелей в прошлом? Это всего лишь мой тренер по фитнесу. Мне наплевать, кто это. Ты сама выбрала Вадима. Ты сказала, что он тебе нравится. Я согласен с тобой. Он хорошая партия во всех отношениях. Я все это знаю. Меня ждут. Я могу идти? Ничего, подождут. Вы с Вадимом современные люди. У вас будут свои современные отношения. Я не добиваюсь от тебя домостроя. Но я тебе гарантирую, что Вадим не будет закрывать глаза на все эти твои похождения. Я понимаю, что речь между вами не идет о любви. Вот именно, папа. Между нами речь не идет о любви. И ты о ней, я думаю, что мало что знаешь. Ты мать мою не любил никогда. У вас с ней тоже был своего рода бизнес-проект. И вообще, я сомневаюсь, что ты кого-нибудь когда-нибудь любил. Ты, Ксюша, не знаешь этого. А поэтому не имеешь права об этом судить. Я забыла. Была же первая любовь, да? Первая любовь трепетного юноши. Первое женское предательство. Открой ей дверь. Да я сама уйду. Сквайр Треллани, доктор Ливси и другие джентльмены просили меня написать все, что я знаю об острове Сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. Указывать, где лежит, держи. Ни за что, ни за что. Ну, Петрович, вот ты же меня знаешь. И пальцем не трогай. Хватит трындеть. А расписывайся. Ты бутылку водки разбил. Давай вот здесь. Фу. Ты уж прости нас, баб Клав. Оля вроде уезжать собиралась. Да. На учебу ей пора. А тут мы со своей бедой. Прости нас. А вот что ты со своими извинениями? Ну, не чужие же мы люди, не посторонние. Прям не знала, что делала я без вас. Вон Оля, сколько с моим сыном возится. Бабка, а что у вас случилось-то? Чего она в синяках вся? Ушла Оля из дома. Совсем ушла. Господи, неужто Федька ее так разукрасил? Вот ирод. Всю жизнь ее шпыняет. А все из-за того, что вроде бы она не в их терентьевскую породу пошла. Так и прям Верка и Санька копия твой зятек. А Оля-то ни в отца, ни в мать.
Нет, я не хочу сказать, что Рая, ну, твоя. Да в деда она пошла, в деда. А вернее, в его мать. Сколько я Федьке говорила. Я ему фотографию этой прабабки показывала. Говорю, ну, смотри же, одно лицо. А он вбил себе в голову, что она не его дочь. Бедная девочка. Какой он рознь между детьми-то посеял. Бабка Клав, а может, скажешь наконец, а кто Райкин-то отец? Ты мне лучше скажи, что с Сергеем-то делать будешь? Опять пожалеешь, как всегда. М? Не знаю. Не знает она. Ой, баба-баба. Боже мой, Олечка, что случилось? А это я яблоки собирала, и с яблони упала. Ничего серьезного. Вот, угощайтесь. А вы мне за этот ключик. Ой, спасибо. А ключик Катюша взяла. А, ясно. Угу. Важно чувствовать. Слушай, ты как этой страны из своего Александровска вернулась? Может, я чего-то не знаю? Может, у тебя там безответная любовь нарисовалась? Колись. Пусть будет безответная, только, пожалуйста, оставь меня в покое, ладно? Ну, знаешь, тогда тебе только одна дорога. В реабилитационный центр. Торчи, Лентана, хватит брынкать все, молодежь. На горшки и в люлю. Валентина Денисовна, ну, пожалуйста. Все, 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 все. На сегодня концерт закончен. Посиди пока. Ну, что, красавица, не передумала? Все-таки первая беременность. Аборт может привести к серьезным осложнениям. Потом захочешь родить, а не сможешь. Я уже все решила. Послезавтра к 2 часам. Спасибо.
Сеструха, выручай. Отвали. Верка, будь человеком. Мне деньги нужны, край. Работать не пробовал? Давай, поучи меня. Я, между прочим, работаю. У меня просто эти форс-мажоровые обстоятельства. Форс-мажорный придурок. Знаю я твои обстоятельства. Все деньги проиграл, и с работы тебе поперли за твои прогулы. Давай, вали, мне некогда. Блин, ну, Верунчик, ну, хоть пятихаточку долгони, а? Ну, давай под процент, я выиграю, все тебе сразу отдам. Я сказала, не дам. Верочка, ты... Ира! Ладно, Верка, я тебе это припомню. Припомню. Вы скажите мне, люди добрые, неужто устроен так мир, что мы неприступные, гордые, всегда поддаемся другим, не тем, кого любим, лелеем, кого посвящаем весне, чужие ласкают и греют, а милые ждут в стороне. Дай-рам, тара-дай-рам. Да нет же, у меня не получится. Тут моя соседка учится как одержимая. Ага. Причем здесь твой друг, ее мальчики не интересуют. Разве что умственно отсталые или сиротки несчастные. Ну что-то не понял, специальность у нее такая. Да. Ладно, мне на сбор нужно всего лишь 15 минут. Олюшка, а ты в институт сегодня не пошла? Здравствуйте. Случилось что? Нет, все хорошо. Да жутко, да страшно, но что уж поделать, судьба был в жизни моей кто-то важный теперь. Не осталось следа. Дай-ра-д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 ай-ра
нужны теперь не осталось следа. Алло? Бабулечка, это я. Оленька, девочка моя, а что у тебя с голосом? Я сначала хотела сама, но я не могу сама, понимаешь? Мне страшно, помоги мне. Да что такое? Ну, о чем ты? Я беременна. От этого гада беременна. Я уже взяла направление на аборт, но... Ну, я ходила, я думала. Понимаешь, я не могу. Он ведь маленький совсем, он беззащитный, он уже живет, а я его убью. И думать не смей. Да что? Это же частичка тебя. А отец? Ну и не важно кто. Малыш ни в чем не виноват. Бабулечка, ну мне в июне сдавать экзамены и рожать в это время, как я все успею? Не волнуйся, все будет хорошо, мы с тобой справимся. Рожай. Буду я прабабушкой. Будут у меня две радости. Ты моя большая. И совсем кроха. Кроха. Я тебя очень люблю. Держись, дорогая. Thank you.
Ну что, Санек, докатился? Что ж ты делаешь? Старуху гравишь. Ты что, баб Клав, совсем уже на старости лет того? Я не граблю, я вон фотографию ищу. Мы просто с пацанами поспорили, кто из нас в школе всех длиннее был. Ну, вернее, выше. Вот я и ищу доказательства. Доказательства. А что у тебя? Что у тебя в руках? Эх ты, Санек. Когда же ты успел в такую гадину превратиться? Не знаю. Не знаю, кому звонить. В полицию или родителям. Ты чё, старая? Какая полиция? Кроссовки 43 размер со следами крови, перчатки тканевые. Что, жену не грохнул, решил бабку завалить за 300 рублей? Шевели поршнями, давай. Сережа, ну, Сережа, ну, возьми. Да вы что, не положите? Ну! Возьмите, пожалуйста. Привет, бабочек. Оленька, это я. Мама? Мам, что-то случилось? Бабушка. Ее больше нет. Как нет? Что значит нет? Понимаешь, доченька, в дом забрался вор. И бабушка. Это неправда. Алло, Оля? Олечка, я не слышу, Оля. Когда похороны? Так это мы уже похоронили бабушку. Как? А почему вы мне не позвонили? Да за что же вы так со мной? Олечка, ты же нам телефон свой не оставила. А я вот только сейчас у бабушки нашла. Оля! 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 Бабулечка, как же я одна теперь, а? Знаешь,
сиротица, девочка, я зову ее твоим именем. Пусть растет маленькая Клавдия. Ну, а если мальчик, пусть будет Володя. Тебе бы это понравилось бы. А что тут продавать? Одни тряпки. Да, так жалко золотые сережки и цепочку. А еще бусики янтарные. Я им так любила в детстве играться в принцессу. На, Рынь, ну молодец. Ой, мамочка, мамочка. Жила-жила, так ничего и не нажила. Слышь, ма, а помнишь, у бабки такой этот медальон был, круглый? Ты не знаешь, где она его прятала? Не помню. Да вообще не факт, что он здесь был. Бабка, скорее всего, его Ольке подарила. Олечка же любимая внученька. Олечка же такая хорошая. Она так похожа на прабабушку. На фото в медальончике. Да перестань ты. Ничего себе, какие люди. Оля. Наследство делить. Ну что ты, доченька, я ведь похороны же... Мы с папой в долги влезли. 9 дней еще не прошло. Мама, ну ты-то как можешь? Это ведь твой дом, ты здесь выросла. Бабушка так тебя любила. Опа, а вот и медальончик нарисовался. Семью вернула быстро! Медальон мне бабушка подарила. Уважайте ее решение. И сейчас, и в будущем. А кто это нас стыдить вздумал? Шлюха из сауны? Прекратите, вы! Оля! Здравствуйте, я по объявлению по поводу работы. А, извините. Ну, что ты там выискиваешь? С такой внешностью, как у тебя, корячиться за копейки глупо. Если ж тебя как угорелый по всему городу, за любую работу хватаешься. Лучше бы папика себе богатого завела. Алло, здравствуйте, я по объявлению по поводу работы. Нет, извините, у нас уже вакансий нет. Ух, и что, вы в самом деле вот это будете? Мыть полы, выносить мусор, пылесосить мебель? Я в курсе, чем должна заниматься уборщица. Детка, вы в курсе, сколько у нас за это платят? Да, в объявлении было указано, меня устраивает. Понимаете, просто график удобный. Я ведь еще учусь, а общежитие мое в 10 минутах ходьбы отсюда. Если вас все устраивает, тогда с завтрашнего дня можете приступать. Нечаянно. Ты мне испортила туфли. Простите, я не хотела. Ты хотя бы знаешь, сколько они стоят? Ну, хотите, я еще раз извинюсь. Ты засунь свои извинения знаешь куда? Думаешь, этого достаточно? А чего вы еще хотите? И потом, мы разве с вами на «ты»? Рот свой закрой. Ксения Владимировна, я могу вам чем-то помочь? Увольте ее. Немедленно. Она облила меня грязной водой. Ты уволена. Ты уволена. Давай, чеши отсюда. Что случилось? Привет. Где ты набрал этот персонал? Она облила меня грязной водой и еще хамит. Ну ничего, я уже распорядилась, чтобы ее уволили. Уволили? Да. Пойдем, никто не уволен. Как так не уволен? Любимая, в салоне распоряжаюсь я. Ну, увольняюсь, принимаю на работу. А я? Простите, пожалуйста. А это кто? Вадим Литвинов, владелец нашего автосалона. Она хамила ты, его невесте. Между прочим, дочери самого Голицына. Я никому не хамила.
извиниться? Не хочешь передо мной? За что? За что? За эту отвратительную сцену у тебя в салоне. Извиняйся. Я жду. Ксюш, мы же договорились. Ты не вмешиваешься в мои дела. Салон — это как раз те самые мои дела. Принимать на работу, увольнять — все это делаю я. Ну, тогда уволь эту противную девку. Ксюша, эта тема закрыта. Закрыта? Ну, закрыта так закрыта. Ты опять? Может, хватит уже? Федь, но Оля же дочка наша. Нету. Нету у нас больше такой дочери. Федь, господи, ну что ж ты говоришь, как можно? Можно. Еще как можно. Соседи вон до сих пор за спиной шушукаются. Уже почти весь город знает. Какого черта? Из-за твоей доченьки должны мои имя полоскать. Из-за моей? Ты что, всю жизнь вот так вот и ждал повода, чтобы отказаться от нее? Оля один раз только оступилась. Ни хрена себе оступилась. Да, оступилась. А нам нужно было сесть и поговорить с ней, и расспросить все. А не кулачищами сразу своими махать. А я, между прочим, к девчонкам к ее ходила, к подружкам. И они мне сказали, Оля никогда ни с кем не гуляла. Никогда ни с кем. Так они тебе и расскажут. Все вы бабы одинаковые, слабы напередок. За 5:25, говорю тебе. Пойми ты меня, я сердцем чую, понимаешь, сердцем. Ну, беда с ней. И мама, мама-то ведь вообще разговаривать со мной не хотела. Мама, мама. Я сейчас скорую. Не надо, дай там шкафчики. На, возьми. Давай, давай, давай. Все, 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 все. Все, 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 все. Ой, Феня. А почему ты в офисе? Нет, я не буду тебя ждать. Хотя подожди. Эй, ты, как тебя там? Протри-ка стекла в моей машине. В мои обязанности не входит обслуживание автомобилей клиентов. Ух ты! Ты забыла, кто я, детка? Да? Кирилл, тут у девушки проблема, она забыла, кто она. Видимо, внезапная амнезия. Иди сюда. Господи, послушай, ты же не хочешь со мной ссориться, правда? Ну что вы, Ксения Владимировна. Тогда уволю эту грянь. Немедленно. Но Вадим Викторович… Вадим Викторович не должен вникать в эти мелочи. Хорошо. Вот. А если что, скажешь ему, что она ушла сама. С завтрашнего дня эта девушка у нас не работает. Вот и молодец. Вот и умничка. В этой модели это максимальная комплектация, и она является лидером продаж. Извините. Послушай, а где прежняя уборщица? Она уволилась. Ну, сказала, что нашла место получше. Ксения постарался. Найдите анкету уволенной уборщицы, позвоните и скажите, чтобы она вернулась на работу. Терентьева? У нас что, каждый день народ увольняется? Почему? Не каждый. Что-то не так, Владимир Викторович? Это все нормально. Здесь адрес есть? Да. Звонить не нужно, я сам.
Здравствуйте. А подскажите, Ольга Терентьева, какой к вам сюжет? Здрасте. А вы кто? Работу хочу предложить. Правда? Угу. Ой, как хорошо. Оля, знаете, девочка очень вежливая, трудолюбивая, скромная. Вы возьмете, не пожалеете. А работа приличная? По профилю. Проходите. Второй этаж, 120-я комната. Спасибо. Угу. Проходите. Войдите. Здравствуй, Оля Терентьева. Испугалась? Ну, может, и правильно. Скажи, а что ты в моем салоне забыла? Ко мне решила подобраться поближе? Еще денег заработать? Теперь уже шантажом. Я подрабатывала в вашем салоне уборщицей. Меня уволили по желанию вашей невесты. Еще вопросы есть? Так ты теперь без работы осталась. Ай-яй-яй. Это можно поправить. Я сейчас ищу как раз новую секретаршу. Квартиру тебе сниму. Зарплату будешь получать. Хорошую. Ну, так как? Благодарствуйте, барин, за столь щедрое предложение, но не могу его принять. Боюсь, не справиться. Тупа, знаете ли, изыском французским не обучена, да и послушанием особым не грешу, так что извольте выйти вон. Что? Пошел вон. Благодетель. Убирайся, чтоб я больше тебя никогда не видела. До свидания. Олег, привет. Узнал? Да, здорово. Слушай, я слышал, ты открыл детективное агентство. Мне нужна твоя помощь. Ну, давай, до встречи. А, заходи, заходи, здорово. Однокашничек. Здорово, забурел, холеный, лощеный. Да кто наговорил? Здорово, ну присаживайся, рассказывай, что ты, как ты. Может, за встречу? Позже, я по делу. Ну, кто бы сомневался. Когда в сауне я понял слова этого Семена, буквально, девушка решила подзаработать, продав свою девственность. Ну, такой недешевый товар по нынешним временам. А теперь засомневался, все ли так просто. Ну, сам по сути, девушка учится в нашем педагогическом институте, да еще на отделении дефектологии, работает с детьми. Студентке приходится подрабатывать. Не только головой, но и другими частями тела. Да, я понимаю, но... Почему она тогда драила полы за копейки в моем автосалоне, а не развлекалась каким-нибудь папиком? Потом еще узнаю, девушка отличница. По вечерам в клубах не тусует, а сидит в общаге за конспектами. Женская душа потемки. Да, поэтому я решил ее проверить. В смысле? Ну, если девушка настолько цинична, что решила продать свою девственность, то предложение стать моей секретаршей и приехать из вонючей общаги в съемную квартиру, все это она должна была принять с радостью? Ну да. Она меня выгнала вон. О, как. Да. Да еще посмотрела на меня так, как будто перед ней не человек, а какой-то огромный слизняк.
А мне, знаешь, как-то не очень приятно ощущать себя слизняком. В общем, сопоставив все эти факты, я подумал, что вся эта история не очень хорошо пахнет. Я только не могу понять. Ну, от меня ты что хочешь? Дружище, я тебя очень прошу, не поручай никому это дело. Сам поезжай в этот Александровск и узнай об этой девушке все. Что делает в такой дыре такая красотка? Куда смотрят местные мужчины? Они что, все ослепли, что ли? Да откуда они здесь, настоящие мужчины? Они вымерли, как мамонты. Ну зачем вы так к нам? Присутствующих это не касается. А может, расплещем сегодняшний вечер вместе? Какой здесь самый лучший ресторан? Ну, пожалуй, Орхидея неплохой ресторанчик. Девушка, простите, пожалуйста, я не хотела, честное слово, простите. Делай так, Олечка, бери пример с Олечки. Мне тоже все время в пример младшего брата ставили, а он меня подставлял по полной программе. Обиду прощать нельзя. Подумаешь, родная кровь. Обидел – получи. Увела парня у сестры – получи. И получи по полной. Что, Оля, у тебя парня увела? Представляешь, меня. Я Артура еще со школы любила, а он Ольке цветы принес. Потому что Оленька же у нас умница, Оленька у нас отличница, скромница. А я показала всем, какая она у нас скромница. Просто Голливуд отдыхаю. Давай выпьем. А давай. Я хочу выпить за тебя. Ты какой-то такой хороший. Ты так меня понимаешь. Дальше уже не интересно. Там она по второму кругу личные обиды. Вот тварь, а! Что за тварь, а? Ты мне можешь объяснить, ну как это возможно? Даже родной брат, это родная сестра. Это я тебя заберу. Спасибо, дружище. Спасибо. Давай. Привет, Вадим. Слушай, я тут подсчитываю наши грядущие доходы. Знаешь, что получается? Подожди, как ты разрываешь договор? Я салон купил, я начал делать ремонт. Ты объясни все толком, Вадим. Здравствуй. Выглядишь, как всегда, прекрасно. Спасибо, мой дорогой. Присаживайся. Ну, как дела? Спасибо, все хорошо и дома, и на работе. Маришка, я по делу. Ну, рассказывай. Есть одна девушка, второй курс, педагогический институт. Ей очень нужна работа. Ну, а кем тебе приходится эта девушка, что ты так о ней печешься? Маришка, это не совсем то, о чем ты подумала. И более того, я даже не хочу, чтобы она знала, что я принимаю участие в ее судьбе. Гордая очень. Понятно. Поможешь? Ну, тебе же нужны молодые перспективные кадры. Да у меня учительница продленки в декрет уходит. Ну, наверное. Ну, ты приводи. Приводи эту свою. Как ее? Оля Терентьева. Оля Терентьева. Угу. Спасибо большое. Ну, все, я поскакал. Давай. Счастливо, Дим. Семен Борисович, можно?
ребята просили смету подписать по отделке в салоне. Еще им нужен один выходной. Дотрись ты своей сметой. Случилось что-то? Случилось то, что все обломилось. Полный облом. Семен Борисович, простите, я вас не понимаю. Я сам ничего не понимаю. Позвонил Литвинов и сказал, что разрывает контракт в одностороннем порядке. Согласно заключенному договору, если одна из сторон разрывает контракт в одностороннем порядке, она обязуется заплатить огромную неустойку. А он и согласен заплатить. Вообще он со мной разговаривал так, как будто он такой великий босс, а я так, грязь под ногтями. Так что бизнесу конец? Ни один Литвинов бизнесмен в области. Ну-ка давай, открывай папки по нашим другим проектам. Ты даже себе не представляешь, какое платье видела в новой коллекции Vivienne Westwood. Ого, там верх почти строгий, внизу несколько юбок из органзы, расшиты стразами. Вообще, я хочу, чтобы ты посмотрела, потому что мне оно очень нравится. Института шерствует над детским реабилитационным центром. Молодые люди навещают детишек. Ты вообще меня слышишь? Устраивают... Да, конечно. Да? Инициатором этого благородного дела стала Ольга Терентьева. Сегодня она наша гостья. Здравствуйте, Оленька. Здравствуйте. Зачем? А мне надоело. Мне надоело смотреть всякую тягомотину. Знаете, как они нас ждут? Как радуются каждому нашему приходу. Мы всячески стараемся облегчить их путь к выздоровлению, а в этом нам помогает творчество. Да, и спасибо большое всем тем добрым, замечательным людям за помощь, за умение чувствовать чужую боль и за умение сопереживать. Окей, я ее вижу. Требуется воспитатель продленного дня для младших классов. Средняя школа, номер 28. Значит так, вначале будут стихи, а потом будет хоровод. Договорились? Держи сценарий. Ну все, Дедушка Мороз, я потом подойду. Здравствуй, Маришка. Димка. С наступающим. Спасибо, тебе так же. Пойдем чаем напою. Да мне некогда, я так только заехал поздравить. Да я понимаю, конец года. Скажи, пожалуйста, а как поживает наш перспективный кадр? Это что, про Олю Терентьеву? Да. Ну, пойдем. Сам увидишь. Пойдем. Пойдем. Я, пожалуй, сейчас бухнусь в пруд, потому что меня слабо держит. Дай-ка я, говорю ей. Он говорит, валяй, а то я обязательно бухнусь. Я говорю, держите меня. Ну что? По-моему, справляется. И что, и все? А что еще? А то, что удружил ты мне, голубчик. Я уже двух учительниц продленки отправила в декрет. Теперь Оля на очереди. Нет, мы хорошо держим. Это твой хлястик оторвался. Весь, с мясом. Я говорю, кладите мне его в карман, а сами держите просто за пальто, за хвост. Ну, она беременна, что ли? Ну, как оказалось. Рожать ей в июне. Слава богу, конец учебного года. О! Ну, что тебе сказали в деканате? Выделят отдельную комнату в общаге? Да какое там? Так говорят, мест не хватает. Понятно. Что ты собираешься делать? Я деньги откладываю. С мая собираюсь квартиру снимать. Где-нибудь на окраине, там подешевле. А потом родится малыш, и мы в бабушкин домик переберемся. Вот зря ты не хочешь найти папашу своего ребенка. Ну пусть бы помог. Обойдемся. Гордая ты слишком. Поэтому и проблем больше, чем у других. Здравствуйте. Вы к нам? Я к Ольге. Вы не могли бы нас минут на 10 оставить? Пожалуйста.